Суд по делу Алексея Крупина близится к завершению. В понедельник показания дал сам экс-мэр Кинешмы. Напомним, Алексей Крупин, первый заместитель главы администрации Алексей Шуршин и бывший начальник Кинешемского УГХ Константин Брагин обвиняются в получении взятки. По версии следствия, они получили деньги от представителя фирмы «Верхняя Волга» за совершение действий в ее интересах, а именно за победу на аукционе, за приемку работ по устройству сетей наружного освещения ряда улиц в Кинешме и их оплату. Крупин попался с поличным при получении первой части взятки 2 миллионов рублей, а всего за покровительство нужно было заплатить 6 миллионов. Однако сам Крупин своей вины не признает. Он посчитал, что ему не дают взятку, а возвращают ранее взятый долг. Сегодня подсудимому Крупину было предложено дать показания по существу обвинения. Он согласился дать показания и изложил их, представив суду письменные показания свои, которые зачитал в судебном заседании. При этом на вопросы государственного обвинителя и других сторон по делу он отвечать отказался. В целом он подтвердил те показания, которые им ранее давались в ходе предварительного расследования уголовного дела на стадии следствия.